Более 425 миллионов рублей задолженности по зарплате выплатили работодатели своим сотрудникам в 2018-м благодаря вмешательству областной прокуратуры. В надзорном ведомстве подвели итоги работы за прошедший год. Выявлено более 100 тысяч нарушений закона, удалось привлечь к ответственности более 15 тысяч виновных. Наиболее актуальные для прокуроров вопросы – это защита трудовых и социальных прав, жилищное законодательство. В этом году мы продолжим активную и целенаправленную работу в этой сфере. Проверим действующие инвестпрограммы, в том числе своевременность и качество выполненных работ по замене и ремонту коммунальных сетей. Разберемся с каждым фактом задолженности за поставленные энергоресурсы. При содействии прокурорского корпуса региональной власти в 2018-м удалось ввести в эксплуатацию 3 проблемных объекта и 3 дома, сроки сдачи которых были нарушены. А это удовлетворение прав почти 1000 дольщиков. В расширенной коллегии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона высоко оценил работу прокуратуры. В частности, вклад ведомства в возвращение доверия к избирательной системе, обеспечение безопасности на объектах чемпионата мира по футболу. Одна из важнейших задач, поставленная президентом, защита предпринимательских свобод, пресечение попыток давления на бизнес. Коллеги, из года в год эта тема звучит и на наших совещаниях. Отмечу, что и в посланиях президента она традиционно присутствует. Очень важно нам здесь создать надлежащие условия для развития бизнеса, для опережающего экономического развития нашего региона. Также прокуратура будет контролировать законность расходования средств, выделенных из государственного бюджета на реализацию национальных проектов на территории Самарской области.